Привет! В сегодняшнем выпуске расскажем вам об игрушке для собак, которая уже давно доступна в продаже, но тем не менее не потеряла своей актуальности. Это текстильная мышка от немецкой компании Trixi с интересным названием «Мышь с заплатками». Почему с заплатками? Все очень просто, потому что на мышке есть заплатки. А для тех, кто не знает, заплатки – это все те же латки, и на мышке их предостаточно. Итак, такая мышка сочетает в себе текстиль и джут, что позволяет ей быть не только развлечением, но и погрызушкой для барбоса. Что еще круто, так это то, что внутри такой мыши есть пищалка, которая, по идее, должна пробудить интерес у барбоса. Моим иногда бывает абсолютно все равно на такие писки. Высота игрушки 19 см. В принципе, она выполнена качественно, в соответствии со всеми требованиями и стандартами. Никаких маленьких аксессуаров, только ткань и нити. Внутри такой игрушки находится синтепон и та самая пищалка. Кстати, такая мышь живет у моих собак уже довольно долго и рвалась не один раз. Боевые дыры зашиваются, а собаки носятся с игрушкой все с тем же азартом. Кстати, такую мышку можно постирать, конечно, вручную. А какие любимые игрушки у ваших барбосов? Пишите в комментариях. Пока!